Охраняйся! Мирно! Здравствуйте, товарищи бойцы! Здравствуйте! Департамент общественных коммуникаций правительства Севастополя за популяризацию военно-прикладных направлений решил наградить почетными грамотами некоторых членов нашего сообщества. Поэтому зачитываю. За инициативную бескорыстную работу в деле патриотического и духовного воспитания российской молодежи на территории города Севастополя, практическую реализацию элементов допризывной подготовки, развития военно-прикладных направлений, спорта, пропаганду традиционных ценностей, икона Казанской Божьей Матери, а также в связи с празднованием Дня Народного Единства, награждается почетной грамотой Савостиков Анатолий Владимирович. Богданов Денис Владимирович. Викторович. Извини, но я... Все правда. Так, Немченко. Так ты что покажи, что ты себе покажешь? И Дусяк Игорь Иванович. Почитай, правительство наградило тебя. Вот так. Служу России! О, молодец. Продолжение движка прошлого. Главная задача следующая. У нас находится 4 опорных пункта противника, которые нужно выбивать последовательно. На каждом пункте стоит флаг. Задача команды атакующей — захватить флаг. Как только захватили флаг, все с этого пункта, кто оборонялся, уходят во второй опорный пункт, защищают его. И так далее последовательно смещаются к последнему. Как только забирается последний флаг, сторона выиграла. Thank you.